Всем привет, с вами команда Карась Продакшн. Сегодня 15 апреля и ровно в 15:00 мы определяем победителя нашего розыгрыша на вкуснейший сет 4 друга от наших друзей и партнеров студии Суши Такаши. Ну что ж, приступим. Вам нужно было вступить в нашу группу Карась Продакшн, сделать репост данной записи и ждать результаты розыгрыша, который сейчас мы и подведем. А в этом нам поможет приложение ВКонтакте, которое называется «Случайный победитель в розыгрыше призов». И чтобы нам определить нашего победителя, нам нужна ссылка на пост розыгрыша. Копируем ссылку, вставляем в данную строчку и получаем количество участников. В розыгрыше не участвуют репосты, которые были в группе, их 5. Всего 99 человек, и нам нужен один победитель. Определяем. Им становится Роман Петров. Заходим к нему на страничку. Проверяем, есть ли репост. Репост есть. Проверяем в группе. Роман Петров вступил в нашу группу, сделал репост, и он выигрывает вкуснейший сет 4 друга от нас и наших друзей-партнеров студии Суши Такаши.